сегодня мы будем распаковывать потерянные посылки. Что это попалось? Вот нам попалась зарядка для макитовских аккумуляторов. Сейчас посмотрю, сколько она стоит. Вот нашел такую же и стоит $91. Сейчас открываю я. И вот тут нарисованы такие гирлянды на солнечных панелях. Вот что нам попалось. Вот такие гирлянды на солнечных панелях. Сейчас посмотрю, сколько стоят. Вот нашел такие же и стоят $20 за одну такую панель. А у нас попалось две. Вот так они работают. Есть несколько режимов. Переходим к следующей посылке. Еще в комплекте вот такие вот подставки для панелей. Вот что нам попалось. Вот такие стеклянные лампочки и солнечная панель. Вот так они работают. Много режимов есть. Нашел такие же гирлянды за $90. Что-то на солнечных панелях. Вот такие цветы. Они будут, наверное, светиться. Нашел такие же от солнечных панелях. 4 штуки тут за 4. $50 за 4 цветка. Это. Вот такие гирлянды на солнечных панелях нам попались с пультом. Сейчас посмотрю, как работает и сколько стоит. Вот так работают эти гирлянды с пульта. Но этот пульт еще подключается к этому фонарику. Сейчас телефон просто блокирует связь. Вот. Вот, этот пульт еще к гирляндам. Нашел такой же набор гирлянд с пультом. Вот, и стоит $174. Почти 175. Переходим к следующей посылке. Хорошая находка. Сейчас открываю я посылку, и вот такая коробка. О, какие-то мешки. Интересно, что там. О, такая ваза. Вот такие вазы попались. 4. Сейчас посмотрю, сколько стоит. Нашел похожую вазу. И стоит она $20 за одну. А нам попалось 4. Переходим к следующей посылке. Вот что нам попалось. Вот такие железные полки. Сейчас посмотрю цену. Вот нашел похожую полку. И стоит она $60. Черного цвета.
Переходим к следующей посылке. О, какой-то фонарик попался. О, такая лампа. Вот такая попалась лампа. Сейчас посмотрю, сколько стоит. Нашел такую же лампу, только черного цвета, и стоит она $170. Хорошая находка. Переходим к следующей посылке. Я беру вот эту. Все, сейчас твоя очередь. Открывай посылку. Что это там? Вот такой сырный набор нам попался. О! Тут еще вот такие ножики. И какие-то вот такие карандаши. И, о, наверное, чтобы точить ножи. Это чтобы сыр нарезать и что-то делать это сырное. Что-то карандаш. Не знаю, может что-то на сыре делать. Вот. Вот такой крутой набор. Нашел точно такой же набор за $55. Переходим к следующей посылке. Последняя посылка осталась. Интересно, что там. Сейчас открою. Что-то? О, что-то какие-то желтые миски. Вот такие миски, и сейчас посмотрю, сколько они стоят. Нашел две такой, только одна другого цвета, и стоит $107. Мы в плюсе на $102. Брали посылки по $5. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!